Эту неделю мы вот здесь живем. Будет интересно, расскажу. Нет, так нет. Спасибо. Пойдем куда-то. Ой, ну вот такое все. Я люблю красивое. Так, ну я думаю, может быть, она нас тут. А? Она нас как-то... Так. Он, Федя, там стоит. На фотках выглядело интереснее, скажу честно. Поэтому, наверное, рекомендовать не буду. Какие-то вон чехлы на мебели. Я такое вообще не люблю. Вот, ну мы здесь живем неделю, а потом мы переезжаем в апарт-отель. Получается, соседний въезд с этой улицы. Это да. Мы ехали по Исаново. По Исаново, просто. Да. Мы просто раньше сняли. Да, мы уже даже разбираемся немножко в городе. Ну, короче, вот. Ну, так ничего. Трехкомнатная квартира. Три спальни, ну, как бы здесь две спальни, одна вот гостиная. Чистенько, аккуратненько. Вот. Приятно. И главное, ребята живут в соседнем доме. Вот Танька нас встречает едой. Вот. Вкусный. Мама пожелала. Это корейская? И не кашляет. Без горки. Глеб, на картошечку я заешь. Тебе, я тебе просто ее колбаску такую. Ну ему надо. Можно же заесть? На, заешь ее картошечку. Готов? Заедать можно? А на сколько вы спорите? Ну, сначала нужно ее поглотить, потом заесть. И не закашляться. На, Тань, дай ему картошку. И не закашляться. Главное, ты васаби ешь. Мам! Картошечкой закуси. Ну и как? Господи! Острое? Так а что поржать-то так, я не пойму. Иди водись, Глеб. Молодец! Она острая, Глеб, скажи. Так, вы что над моим сыном издеваетесь? Глебка, скажи мне, она острая, нет? Он сказал, что... Что, картошку хочешь? Кошмар какой. Я просто слезы радости. Прекрасно. Так, ладно, смотрим. Значит, эти... Что мы там с вами налепили, товарищи дети, в прошлый раз? Класс! Это кто делал? Кто это делал? Да, кто какая рука? Кто какая рука? Я сама была. Кто? Ты делал? Смотри, что получилось. А это кто делал? Если что, это что я выбирал? Это кто делал? Хлеб. Хлеба, ты делал? Да. Класс. Борьку старше супер вышла. Я, кстати, пью из них капучино по утрам. Это просто... Что это пьешь? Ну, у меня же я... А, я которую купила, я в итоге никому... Я никому ничего не подарила, я все себе оставила. О, это кто делал? Ну, вот сердечко. Вот это нельзя. А, это да. Это он для котика кто-то делал, нет? Это я Борису делал. Даже подписано. Класс, это будем Одри хотим наливать, да? Нет. Нет? Значит, семечки будем грызть. Я орешку, прекрасно. Вы кричите, что вы кричите все, господи. Так. А ты кричите, куда нам столько чемоданов? Вот мы отсюда увидим керамику. Это же я делала. Нет, это я делала, Таня. Настя. Ну да, нам Таня дарила, а вот теперь что я сделала. Класс. Под огурчики. Под закусочку. Так. Да, это, наверное, мама делала. Вот что значит старая советская школа. Мама может продавать ее. Гляньте, попробуй. Идеально. Мама у вас перфекционист. Да, иди. Может, и правда, папа не зря жаловался, что на галерах есть отпуск. Блин. Понятно. Так. О, моя кружечка. То, что я делала. Были или не я. И, ну, честно, они не стоят. То есть... Настя. Того, моя кружка. Это... Блин, слушай, а стильно получилось. Поедем на горячие источники. Да, кстати, классно. Федь, смотри, это я сделала.
Там... Баб твоя лепила. Прикольно. О, вот это хорошо. 1300 сэкономил. Донецка в рынке продают похожее. Знаешь, что у тебя белая, белая она красивая. Да. А покажи еще раз маме. Белая, она такая крем. Крем-блюе. Так, вот уже чай. Так, и здесь еще что-то должно быть. У меня есть. Охренеть, вы налепили, блин. Я думал, вот там по одной части. Каждый по три, по-моему, делал. Надо вас еще наслать. Лучшая бабушка. Это бабушке Вале делал, наверное, Глеб. Г. По-моему, они все делали, нет? Вот. А или Глеб делал? Глеб делал. Когда вы все это успели сделать? Каждый делал по три изделия. Три изделия. Профессионализм это дело такое. Я справилась с этим. На замену. Раз, три. Ну так, я вчера спал. Ребят, ребят! Встреча прошла удачно. Не ешьте сладости. Я тоже. Я умею собирать. Так, у нас раннее утро началось. Я тоже такой. Это ган. Да, это ган. Для мужчин. Короче, у нас тут стройка вокруг. Подожди. Мы идем сейчас. Блин, мы идем завтра. У нас первый день часа. Все одеты тепло, потому что здесь тепло. О, а чуть надо тоже достать. Я сейчас достану чуть-чуть два щи модные. Так, ну на солнце прям жарко, я вам так скажу. Даже очень. Я явно оделась жарко. Возили Колю, а потом с родителями другого мальчика сели на кофе. А. И она сидит и сморкается. Сидит и сморкается. Говорит, не переживай, у меня просто аллергия. Я такая думаю, сейчас Федя приедет. Не, у нас после все прошло, все прекрасно. Это апдейт по нашей аллергии. Все великолепно. Так. Больше лучше не надо. Я лентой хочу прибежать. Так. Приехали в музей Рериха. Тополя-тополя. Вам, конечно, не видно, но там вообще горы. А у них чуть-чуть видно. Так. Музей Рериха. Не зря я его сейчас читаю. А вон машина ваша. Здесь дети сейчас будут рисовать. А мы по музею походим. Это очень маленький музейчик. Здесь вообще дети сейчас будут рисовать. А мы зайдем посмотрим. О, Рерих, вот он в своей манере. Не думайте, что я про него много чего знаю. Ну, то есть знаю, конечно, но не эксперт. Вот как раз читаю сейчас его книжку «Шамбала». В нашей сущности и вообще во Вселенной. Это Матерь Мира. То есть как есть... Начну с того, что есть женщина. Вот он, музей. Нам там провели экскурсию, не знаю, мне кажется, там 2 часа пробыли. А, нет, не 2, час. Час пробыли. И еще могла бы я 2 часа там стоять и слушать про Рериха, про много чего. Иногда он отвлекался на какие-то такие эзотерические вещи. Короче, то, что я люблю и обожаю. И думаю, я теперь прийти сюда еще разок, продолжить экскурсию. Вот. Очень понравилось. Хотя музей маленький-маленький, но нам очень понравилось. Прям кайфануло. Спасибо. Можно меню еще? Чёра. Тоже приехал отдохнуть в Турцию. Они пересеклись. Там, кстати, продавали... Зелёный Бишкек. Ты видела, что там? Банан. Апельсинчики. Зелёный парк. Заходили мимо этого парка. Танька сказала, что как в Москве один сквер, но мне кажется, он больше. Танька, больше или здесь? А еще нам нужно с тобой магазин одежды. Я в тот раз купила себе классный пиджак, кстати, про который мне много комплиментов делали. Да? А теперь хочу еще чем-то прикупить. Ты реально да? Постоянно вместо... Я даже свое пальто Максмар не ношу. Давайте, Саша. Yeah.
как все позеленело с февраля. Мне очень нравится этот райончик. Называется Бульвар Эль-Киндик. Ну да, можно здесь. Ага. Где? А, вон! Постой, раз. Давай я тебя приближу. Вон какая зеленая стала улица. Так, ну что у нас? Мы здесь с вами ходили, я снимала в феврале. Сейчас смотрите, какой все, да, зеленая, шикарная. Очень зеленый город, это, конечно, бросается в глаза первым. Мам, покажи. А вот тебя? Нет. Ну, на самом деле, мы уже съели. Было вкусно и красиво, но я ничего не засняла, не место. У меня еще было вот такое, что еще их было два. Так, ну да, мы сделали хитрый ход, отдали пути ноги. Как в тот раз, мне вообще слепит, а мы пойдем пройдемся. Коль скоро мы здесь будем 3 недели, так не решили, мы полетим в Узбекистан, в Казахстан, не знаю, никак не решим. Потому что вроде как 3 недели, но приезжает посреди, в субботу приезжает мама с папой, мы, значит, с ними будем 5 дней. И получается у нас немножко дней здесь, потом немножко дней там, и как-то вот разбито все непонятно. Ну, не знаю, может быть, соберемся, пока непонятно. Но, в общем, коль скоро мы здесь будем столько дней, мы решили занять как-то детей. Вот, может быть, отдадим их на пробные дни в Танькину школу для разнообразия. Вот, сейчас они у нас лепят. И сейчас я хочу договориться об уроках живописи для них. Вот, может быть, что-нибудь типа такой. Спорт какой-то отдадим детей на 3 недели. Как футбол еще чем. Есть, тут Женька ничего не говорил. Вот. А сзади нас, кстати, отель Орион. Один из лучших отелей Бишкек. Может быть, даже лучше, по-моему. Вот, короче, что? А короче, все. В общем, сейчас мы их как-нибудь займем. Какое здесь удачное зеркало. Можно вам показать свой аутфитик. Короче, мне нужны новые летние вещи. С собой ничего нет особо. Не знаю, где я собиралась. Я вам рассказала, где я собиралась в прошлом блоге. А мы там полотенце покупаем. Потому что ужасно идти у нас в квартире. Вот. Я как принцесса не смогла ими пользоваться. Ну, что покажу, что мне понравилось. Мне вот что понравилось. Фит сказал, что я больная женщина. Ну, мне правда показалось миленько. В какие-то интерьеры, наверное. А, есть еще. О, какая. Федь, как тебе? Ты что, мне не отвечать? Ну, правильно, в принципе. Блин, ну, нет, в этом что-то есть, конечно. Ладно, пошли. Да, а еще я себе вчера купила такой. На сумку повесила. Брелочек. Не знаю, понравилось. А, как этот дом классный, с двором. И Глебка. Давай, пошли, покажешь мне. Вот, называй. Вот лежат сушиться. Как, в смысле? А в печке? Сушиться. Да? Ну, давай. Показывай. Ну-ка. О, ты сделай эти ложечки. Ложка, чайная ложка, мини прям. Она еще так. Меньше будет. Еще кофе. Супер. Для мисо супа, да? Так, а Глебушка там что? Ой, ну Борька тут прям вообще сделал красоту. Ой, сейчас что мы будем есть? А можно руками, а не вилкой, а? Так, мы будем сейчас снимать распаковку. Какой синий цвет? Почему синий? Подожди. Чего? Что такое за странный свет? Я включила все, что у тебя было. Зачем? Ну ты что, балда, смотри, как темно. Нет? Мне нужно, я люблю сидеть, когда снимаю. Здесь какой-нибудь видюшечек, а то нам пакетики. Тань, давай какой-нибудь стульчик. Стульчик есть? Давай вот этот тащи сюда стул. Более естественный свет. Танька занудная до света. Тань, подожди, давай. Давай туда поставим. Куда? Ну как? Вот здесь вот от окна хороший свет. Нет. Просто мы с Танькой прикупились тут сейчас всякой разной интересной штучки. Хотели вам про нее рассказать. Ой, какое кресло-то будет. Жалко, на неделю не будет. Не будет видно царское. Садитесь, пожалуйста. Ну, а теперь я... Ладно, погнали. Так, ну давайте, товарищи. Итак, мы были в магазине. Spa Beauty, Stay Beauty. Dreams Come True. Так,
Я там накупила всякого разного. Танька тоже. Танька, с тебя можно начать? Давайте начнем с меня. У меня ничего нет. Шарлотт Тилбери. Даешь, па? У тебя что, нет такого? Знаю. Короче, Шарлотт Тилбери. Бальзам для губ. Вот такой вот какой-то гель тут. Хотя у меня на губах. А давай нанесем. Ну, просто поверьте, нас очень не красавица. Да красиво, красиво. Просто я боялась, что будет слишком розовый. Вот этот, кстати, который мы последнюю купили, она слишком розовая оказалась. Самая шикарная была Дживанши. Да ладно, нормальная была. Вот, кстати, мою эту шик видела. Короче, она с голой роночкой. Шик, вот ты мне не показала, кстати. У меня в сумке лежит. А где моя сумка? У ребят моя сумка. Дальше. Ладно, я купила себе такую штучку. Умереть не встать красиво. Такие румяна. Прекрасная штука. Да, так, ладно, дальше я что взяла? А что, все, что ли, у тебя еще какая-то? А да, Кайли. Ладно, я пойду шить выпускну. Давай, ну неси его сюда. Дальше, значит, это у меня была Шарлотт Тилбери. Дальше я себе понабрала всякого разного. Значит, у меня от Нарс, от Эрмес мой первый косметик и Гуччи не первый. Давайте Гуччи не первый, потому что Гуччи у меня уже была помада от них какая-то с эффектом каких-то... С маслами. Так, а Гуччи. Давай кисточку откроем, посмотрим. Какую кисточку? Так, что тут? Не, я не хочу, у меня еще пока тушь, мне еще рано. Вот короче, Гуччи тушь, она удлиняющая. Нет, это не тушь, здравствуйте. Это Dior. Ты чего? Кстати, я рассказывала, нет, есть у меня вот такой серум. Dior, это для ногтей. Помнишь, как у нас крем? А, да. А он с такой вот кисточкой. Я вот его наношу, очень удобно. Ну, крем лучше, если уж так рассуждать. Крем лучше. Вот, на, смотри. О, как красиво упаковано. Ну, я же тебе говорю, Наталья Шик, наши люди в Голливуде. Так, значит, тушь, я сказала, удлиняющая тушь, я еще не пробовала. Так, пока Танька сам, я вам показываю Нарс. Палетка называется Оргазм. Ну, у Нарс все Оргазм, мы это знаем. Eyeshadow Palette. Какой у нее номер? Номеров никаких нет. Наверное, она так называется Оргазм. Короче, у меня... Какая классная упаковка. Ну, чуть-чуть с оттеночком? Без. А просто прозрачная? Да. Да, просто безо всего. Так. А у меня закончились мои тени. Практически все. Нет, это еще нет, это я оставила на потом. А, значит, какие тут тени, если кто-то разбирается в Nars? Hot Wired, High Speed, Orgasm, Seven Heaven, Push It, Seduced, Faster Pussycat, Reckless, Galapagos. По-моему, у них были названия румян такие. Короче, давайте смотреть. Выглядит вот так. Сейчас мы это все дело откроем. Вот эта вот фигня, которую не надо. Ладно, сейчас как это показать. Да. Ну и вот они, тени. Вот так, наверное, лучше. Ну, красиво, чего? Мои оттенки. Кто меня смотрит давно, знает, что у меня всегда оттенки все розовые. Я люблю все розовое. Вот. Завтра накрашусь вместе, посмотрим, что там как. Так, ну и на закусочку я оставила. Сейчас это я к себе уберу. Так, нет, кровь снос. Короче, мой первый Hermes косметик. Я купила у них Rose Hermes Silky Blush Powder в оттенке 354 Rose Nuit. Как это? Nuit? Nude. Нет, ну по-французски. Nuit. Федя знает. Ну, короче, розовый. Не знает французский? Да. Ну, как знает. Может сказать, oui, мадам. Ой, как это, да. Так, это первая упаковка. Дальше это вторая. Надо ее сфоткать. А! Глянь. Ёж-матрёж. Какой кошмар. Сейчас я их уроню тут нафиг. Мы прям как будто сумку открываем. А что они не дали мне никакого этого? Значит, как это выглядит упаковка? Какую, кстати, открывали? Упаковка очень красивая. Вот все названия. Открывать вот так. А, магнитик просто? Да. Ну, очень красиво, очень согласитесь. Красиво. Пахнет розой. А давайте мы сразу и нанесем. Здесь кисточка, ладно, пальцем будет. Как обидно. А что ты ничего не наносится? Ну, правильно, потому что не должно. Нужно экономить. Так, ну, в общем, что, красиво и все, в общем. Слушайте, ну, это прям надо вот так хранить, смотри-ка. Только так. И сумку примерно так же. Ну, сумку. Ну, когда у меня будет сумка, я ее так и буду хранить. Так, все. Ботинки храню, кстати, так же. Да, это очень красиво. Все, все покупочки. Я не знаю, можно и с собой. Ну, я не знаю, если мы пешком, то с собой, наверное. Танька идет. А мы вот сюда ходим обязательно на кофеечек. Очень вкусно. Очень-очень-очень.
Тика, когда мы в Анс сидели. Да, это было тогда. О, шакшука. Дайте я эту уберу вот отсюда, да. Глебушка, смотри, шакшука твоя шикарная. Это только последний сюда. Ну, мы сходили с Танюхой на маникюр, педикюр и прочь. Да, у тебя что, нет? Нет. У тебя нет? Я не знаю, не пробовала. Ой, а как-то у всех аллергия закончилась, а у меня, кажется, началась. На что, не знаю, но весь день так. Ох. День номер два. А мы как раз обсуждали, стоит ли детей ограничивать в гаджетах. Таня считает, что стоит, но своих не ограничивает. Чужих стоит. Да, но не своих, прекрасно. А Федя считает, что... А? Не стоит. Не стоит. Ребята, пока, значит, Таня там с детьми пляшет, я вам покажу свои покупки из корейского магазина. Я начала снимать, потом увидела, что на самом деле я ничего для вас не записывала. Значит, я показывала пробники, мне дали много-много пробников, какие-то шампуни без СЛС, но я таким не пользуюсь. Потом какие-то вот такие, интересно, попробую с золотом. И вот какой-то вот тут серум, бла-бла-бла, тоже очень интересно. Значит, что я купила? Я купила вот такие вот для убирать, а давайте сейчас, кстати, их проверим. Жирный блеск у моей Шанель заканчивается, такие вот голубенькие, давайте посмотрим. Они, ой, интересные. Они по ощущениям, ну, как будто какие-то резиновые. Какой странный их промакивать. Не знаю, может, и не этой. Нет, наверное, этой. Ну, вам разницы не будет видна. Гуляли весь день. Ну, я не знаю, стоит ли такое показывать. Короче, прикольно. Они на ощупь очень интересные. Дальше. Здесь цены на корейские продукты гораздо более выгодные, чем в Москве. То есть вообще в разы. Поэтому я затариваться собралась тут. Значит, первое, что я купила, вот такой вот крем от Medipeel. Я его... У меня уже был такой крем в Черногории. Вообще, я на корейской косметике сижу уже несколько лет, и мне нравится, это лучший мой уход в жизнь. Никакой там Шанель и прочая лабуда с этим не сравнятся. Вот такой вот крем. Кто меня смотрит давно, может быть, вспомнит. Вот это вот. Вот этот, это гранул, это крем, то есть это вот все желе, гель такой, я люблю именно желе, гель на лет, а вот это крем, и потом это все смешивается, и очень интересно получается. Сейчас у меня точно такой же крем, только белый, ой, желтый, только желтый, вот этот фигню я не пользуюсь. Так, ладно, это все в мусор. И дальше я взяла себе, позволила, крем, я вам покажу прям серию целую, я взяла крем и тоник. Не знаю, давайте посмотрим. Это что-то там с порами. Хотя вот стоило 868 сомов. Ну, почти равно рублю. Чуть меньше. Чуть больше. Чуть меньше. Ну, короче, это будет чуть дешевле, чем то же самое в ценах. А это стоило, может быть, тоже 800. Не помню сколько. Ладно. Короче, вот такой вот крем. Он типа должен заполнять поры и сужать их визуально. Называется вот так. Wonder Pore Cream. Etude. Вот. Не знаю, стоит ли его открывать. Давайте посмотрим. Ну, пахнет прикольно. Ну, какая-то такая консистенция, не знаю. Не знаю. Теперь я подумала, может быть, надо было какую-нибудь сыворотку от них взять. Ну, в общем, вот это крем. И к нему же я взяла тоник. Потому что мой тоник тоже скоро закончится. Тоник покупала здесь же. Вот это Medipeel. Фирма. Вот она, Medipeel. Я их очень люблю. Вот именно ими я и пользуюсь уже очень давно. И взяла такой вот матирующий... А, еще мне обещали, что это будет матировать. И взяла еще такой вот матирующий тоник. Freshener. Ультра Минт Винегар. Ультра мятный уксус. Че? Не пахнет. Пахнет какими-то мятами, розами, не знаю. Ну, вот здесь вот, кстати, могла бы лучше соприкасаться. Ну, короче, вот. Попробую, потом расскажу. Вот, но пробовать буду не скоро, поэтому, когда расскажу, тоже не знаю. Так. Так, кто-то салат мутит. У нас тут креветули. Креветули сделались. Хлеб, икра, масло. Ну, такой скромный ужин. А, еще вино должны доставить. До дому. Из соседнего дома. Вкусняха.
Федюша сидит. Женя сегодня не будет с нами. Еще мы тут сейчас будем ужинать. Что мы пьем? Что мы пьем? Играет джаз. Что мы пьем? Затем расскажу. Шарданное какое-то. Играешь джаз. Попробуем французское шардоне или чуть. Франция. Мы давно ничего не пили заграничного, санкционного. Мы все российские, так, да. Эти винодельни. Испробовали. Кстати, очень достойно есть. Очень. Мне кажется, у них будет прекрасный ужин. Без 5-9, что ли? Ладно, мы вам вырежем все остальное. Тут делаем селфи. Селфи лифта Лука. Выходим. Так. Пока в лифте еще вон всяким пользуемся и выходим. Что-то мы пришли в Туэрт доделывать наши великолепные поделки. Что-то никого нет. Зато здесь очень классные. Вообще, я каждый раз говорю, что мне хочется все купить. Потому что я очень люблю авторские работы. Люблю в любом виде. Вот. И просто обожаю. И, наверное, даже люблю гораздо больше, чем какие-то брендовые вещи. Еще что-то. Вот если авторское, это прям вообще капец. Как мне нравится. Сидят, ждут. А я, собственно, хотела показать. Ну, прикольный наборчик такой, да? Вот это прикольно. Но вообще, мне понравилось вот это. Салатница. Мне понравилась эта штука. Сюда можно резать яблочки, класть пинат баттер. Ну, вот это вообще супер, видишь? Вот это очень симпатично выглядит. О, слезы потекли. Мыльница. Мне, кстати, очень понравились мыльницы. Ну, вообще. А вот это тоже. Короче, красота. Я ждал биткоина, он у меня упал. Я ждал этого биткоина, знаешь сколько? Он у меня упал на 40 тысяч. 40 тысяч, извините, сколько биткоина купил? Не-не, но у него-то биткоин стоит стал на 40 тысяч меньше. Это только 1020 тысяч долларов. Но я потерял 40 тысяч. Можно вырезать? Нет, ты не потерял 40 тысяч. Это биткоин упал на 40 тысяч его цена. Но ты там свои там, ну сколько-то долларов ты потерял на этом, да. Ну много, наверное, даже учитывая твои вложения. Ну, за сколько ты его покупал, да, Лена? Да. Стоимость, да, потом он вырос бешеный, потом он упал. Ладно, мы будем сейчас есть. Тайк там уже справляется недурно. Так, ну что. Долепили мы все свои поделки. И сейчас решили выдвинуться в музей исторический. Здесь мы еще не были. Вот, пойдем посмотрим, что к чему, что как. Идем гуляем по зеленому Бишкеку. О, какие милые местечки. Борь, ты меня тянешь вниз. Идем в сторону музея исторического. Изучать историю страны. Ты посмотрим. Вообще, историческое название Бишкек — это город Фрунзе. И основан он был в 1878 году. В этом году ему 45 лет. Да, все зеленое, красивое. Так, очень все зелено. Мы сюда, в исторический музей. Не, я видела, по-моему, вон там. Вид на площадь. В период мезолита собака была домашнего. Первое животное.
Значит, а это вот сапики для холмов. Войлок не боится ни дождя, ни снега. Он становится прочнее. В зимний период, значит, 2-3 слоя войлока. Значит, это конское снаряжение. Обязательно вот этот потник, он из войлока, сверху покрыт кожей. Заклепки или вышивкой украшался. Значит, чтобы уменьшить давление. А, это олень. Да, оленя. А вот это вот фигуры, значит, это соединение мужчина-женщина, мужчина-женщина, вертикальный узор. Значит, а вот эта вот полоса, она, значит, были в этом юрте. А это вот тканевые ленты, с которыми перевязывается юрта. Вот, продолжая тему приданого, значит, здесь уже вышивка. Покрывала маленькие, наволочки. Если даже глупая женщина их поносит, то умнее. Каждой шутки есть доля правды. Обереги, амулеты, которые вешались в юрте. Нагрудные украшения тоже из кораллов на платье одевались. Так, это... Я все фоткала. Я видела говяжий язык. Вкусняшки. Это лук, Женя, какая-то непростая. Почему лук? Капуста. Капуста. Нет, это посыпано лук. Интересно, что ты это заказал, а не Федя. Ой, видишь, один гарнир. А, слушай, вот что они искали-то. Танюхи супец, Федя ризоточка, красота. Что, я не буду? Ждем такси, а так сплетни нам. Рассказывает местная. Че молчишь-то? Рассказывай. Вот уши греем. Нет, не скажи. Так, ну что, мы приехали в ущелье, по которому сейчас пойдем гулять. Вот, как-то пускай играет. Пойдем гулять, даже не сказала. Ну, допустим, может быть. Красота. Женя сказала, идеальное время. Чудите руки. Идеальное время. Трава еще свеженькая, молодая, зеленая. Глеба, иди сюда! И снег еще есть. Ну и просто красивый вид. Похоже, да?
поговорим. Аня. Идти. Так, мы сейчас семечками угостим. Яблочко куку! Это, мам! Боится, 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 Глеба, Глеба. Сзади не подходишь. Так. Кому еще? Я буду просто водички. Малыши, да? Глебка идет. О-о-о. Лошади прям очень редко лежат. А что ли? Узор, который мне очень нравится. Все надо. Надо в курс ехать. Сейчас на секунду поймаешь. О, а вылови. Пап. Папа, potato crockets or slurry shrap? Папа, я понимаю, ты картошка. Очень вкусная фара, греби и жизнь. Прыгаю, все? Давай. Давай.